Всем привет! Вас занесло на мой кукольный канал, а это означает, что вы тут не просто так. Вы любите кукол? А может, вы их уже давно собираете или только начинаете ими увлекаться? В любом случае, я хочу пригласить вас всех на кукольное мероприятие, которое состоится 22 апреля. Да-да, это уже совсем и совсем скоро. Мы собираемся в Москве в кафе «Горцующий дредноут». Оно находится на станции метро «Марксистская». Это желтая ветка, которая пересекает фиолетовую и кольцевую. То есть это недалеко от центра Москвы. Подробный адрес кафе вы сможете переписать прямо сейчас с экрана или найти его под этим видео. И не забудьте, что встреча откроет свои двери только в 13:00. На встрече у нас, как обычно, пройдет ярмарка игровых кукол. Также там можно будет успеть найти коллекционные экземпляры, например, лимитированных кукол Disney или Integrity Toys или что-нибудь еще. А еще там будут продаваться материалы для создания кукол ОАК. Если вы ищете волосы, клир или тонкие кисти, то вы точно сможете найти их на встрече. Помимо ярмарки, мы приготовили для вас приятный сюрприз. Если вы увлекаетесь куклами Винкс, то вы наверняка знакомы с девушкой по имени Уна Фата. У Уна Фаты очень интересные видео на канале, а еще она умеет перевоплощаться в любую из Винкс. На встрече вы сможете пообщаться с ней, взять у нее автограф и поучаствовать в ее викторине. Разыгрываться в ней будет блестящий Шерри Клоу. А видео приглашение Уны я добавила в подсказки. На встрече вас ждет еще одна викторина, где вы сможете выиграть куколку Братс. В этой викторине будут несложные вопросы о кукольных блогерах, о мультфильмах Monster High и Ever After High, а также вопросы о различных куклах. А вот следующий конкурс стал уже традицией наших встреч. Задача участников творческого конкурса будет создать из предложенного материала, которого, кстати, будет ограничено, красивое платье или костюм для своей куклы для выпускного бала. Дома можно будет создать не более 30% костюма, то есть сделать шляпку, обувь или какой-нибудь другой аксессуар. Регистрация на участие в этом конкурсе уже идет в группе встреч ВКонтакте, но вы сможете принять участие в этом конкурсе, записавшись прямо на встрече, если, конечно, места еще останутся. Участники будут разделены на две категории. Соперники до 14 лет включительно и соперники старше 15 лет включительно. Давайте назовем первую категорию наследники, а вторую отступники. Наследники поборются за Клео Даниил, а отступники за Эшлин Эллу. Участники, которые займут вторые места, тоже будут награждены. Они получат по фигурке супергероинь DC. На встрече можно будет приобрести лотерейный билет и попытаться выиграть один из призов, главный из которых ОАК от Реми Очи и Светланы Барышевой. Фотографии этой куколки мы уже выкладывали в группе ВКонтакте и в Инстаграме. Не забывайте, что у нас проходит розыгрыш в Инстаграме, в котором участвовать могут все, ведь приз мы пересылаем. Ссылку на Инстаграм встречи я оставлю в первом комментарии к этому видео. И еще не забывайте, что с одним из участников нашей ярмарки мы сейчас проводим конкурс, в котором могут принимать участие соперники со всего мира. Все подробности вы найдете в видео, которое я добавила в подсказке. Я сама буду на встрече и планирую там прикупить несколько кукол. Кстати, на этой встрече вход для тех, кто планирует посетить только ярмарку, то есть не участвуя в конкурсах, будет дешевле. Все подробности о входных браслетах и ценах смотрите в группе ВКонтакте и в Инстаграме. Пишите в комментариях, пойдете ли вы на встречу, собираетесь ли участвовать в конкурсах и каких, и кого вы больше всего хотите увидеть на встрече. А мы с вами увидимся в следующем видео и, разумеется, на встрече 22 апреля. Всем пока!